Добрый вечер, дорогие друзья, любители мотобола. Вновь открылся сезон в городе Видное в Ленинском районе чемпионата Евролиги по мотоболу. Сегодня матч открытия встречается Видновский Металлург и команда Агрокомплекс. Станицы Герпинки Краснодарского края. Ну что ж, прозвучал свисток судьи. Заревели моторы, а это говорит только об одном. На наш стадион, на наш Видновский край пришел мотобол. Пришел и и которые с нетерпением ждем всю зиму, и вот приходит весна, приходит лето, и мы с удовольствием приходим на стадион «Металлург», где наблюдаем за интереснейшей игрой под названием «Мотобол». Ну что ж, первая минута игры «Металлург Агрокомплекс», счет 0-0, и первая атака команды из Краснодарского края. Металлург в атаке переходит в центр поля. Чуть позже я познакомлю с командой, которые вышли на поле. Причем Геннадий Лев, номер 4. Номер...